«Танки – война умов». Так говорил выдающийся советский конструктор Жозеф Котин. В этой инженерной войне Советский Союз не имел в себе равных. Тяжелые танки семейства Клим-Ворошилов в фильме «Оружие». Осенью 1939 года опытный образец КВ проходил полигонно-заводские испытания. 30 ноября, сразу после начала советско-финской войны, машину направили на фронт для проверки в боевых условиях. КВ и два других опытных тяжелых танка, двухбашенные СМК и Т-100, вошли в состав 20-й тяжелой танковой бригады, которая воевала на Карельском перешейке. Первый бой новые советские машины приняли 18 декабря. Танки поддерживали наступление пехоты на один из укрепрайонов линии Маннергейма. СМК сразу же подорвался на мине и был оставлен экипажем. КВ совершил рейд по ближним тылам противника, уничтожил несколько оборонительных сооружений и вытащил на буксире подбитый Т-28. Клим Ворошилов получил 9 попаданий бронебойными снарядами финских противотанковых пушек. Броня не была пробита ни разу. На следующий день, 19 декабря 1939 года, постановлением Комитета обороны танк был принят на вооружение РККА под индексом КВ-1. Опытный танк находился на передовой еще 2 недели. Правда, в боях КВ больше не участвовал. На фронте наступило затишье. 2 января машина была возвращена на Кировский завод для того, чтобы по ней делать установочную партию из 10 танков. Бои на линии Маннергейма показали ограниченные огневые возможности нового советского танка. 76-миллиметровое орудие Клима Ворошилова оказалось слишком слабым для борьбы против железобетонных оборонительных точек. Выход искали в создании самоходных установок, одетых броней, с орудийными системами калибра 130, 152, 210, 230 мм. По программе, названной «Большой триплекс», советские конструкторы разработали несколько таких машин. Однако опытные образцы на базе тяжелого танка Т-35 получились громоздкими, маломаневренными и уязвимыми для противотанковой артиллерии противника. Все это не позволяло эффективно использовать их огневую мощь. Оригинальное решение предложил конструктор Кировского завода Николай Духов. Духов Николай Леонидович – выдающийся разработчик бронетанковой техники, ядерного и термоядерного оружия, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, трижды герой социалистического труда, академик. Годы жизни 1904-1964. С 1936 года занимался конструированием тяжелых танков на Ленинградском Кировском заводе. После окончания Великой Отечественной войны руководил разработками конструкции первого советского плутониевого заряда и атомной бомбы. Духов установил на танке Клим Ворошилов 152-миллиметровую гаубицу М-10. Для мировой практики танкостроения того времени это был уникальный случай. Орудий такого калибра на бронированных машинах с вращающейся башней еще не ставили. Новый тяжелый танк был создан за рекордно короткие сроки – 2 недели. В середине февраля 2 опытные машины отправились в Карелию, где советские войска снова штурмовали финские оборонительные позиции. С помощью бетонобойных снарядов танки сделали проходы в гранитных надолбах. Затем они уничтожили доты, которые мешали продвижению стрелковых подразделений. После боя на броне советских машин насчитывалось 48 вмятин от попаданий снарядов противотанковой артиллерии. Пробоин не было. Танк успешно выдержал испытания и был принят на вооружение Красной армии. КВ-2 – тяжелый танк. Боевая масса – 52 тонны. Длина корпуса – 7 метров. Ширина корпуса – 3,3 метра.
Толщина лобовой брони 75 мм. Двигатель дизельный, мощностью 600 лошадиных сил. Скорость до 34 км в час. Вооружение. Одна пушка калибра 152 мм, три пулемета калибра 7,62 мм, экипаж 6 человек. Серийное производство КВ-2 началось в феврале 1940 года и продолжалось до октября 1941. К началу Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии находилось около 700 танков КВ. Это была реальная сила, способная остановить продвижение сухопутных войск вермахта. При таком количестве машин число подготовленных экипажей для них не превышало 150. Это имело особое значение в случае с КВ, который, как и все новые танки, не был лишен недостатков. Одним из недостатков танков КВ была низкая надежность главного фрикциона. Дело в том, что танки КВ это уже были танки тяжелые, массой от 42 тонн и выше, в зависимости от модификации. Вот. И тот главный фрикцион, даже многодисковый, который применялся на этой машине, он просто не выдерживал, перегревался и выходил из строя. То есть происходило коробление дисков. Вот. В результате надежная передача крутящего момента у двигателя к ведущим колесам нарушалась. Вот. Ну и, естественно, скорости движения машины уменьшались. Плохо выключался главный фрикцион, плохо переключались передачи. Ну вот, по сути дела, что касается трансмиссии и ходовой части машины, вот это был единственный серьезный недостаток, с которым, в общем-то, долгое время не могли справиться. Кратковременность заводских и полигонных испытаний, спешное налаживание серийного производства танка не позволили реализовать многие преимущества модели. Тем не менее, появление КВ для частей вермахта стало неприятным сюрпризом. Оказалось, что ни одна немецкая танковая и противотанковая пушка не может пробить 75-миллиметровую броню. Единственным эффективным средством борьбы с новыми советскими машинами стали 88-миллиметровые зенитные орудия. Поэтому германское командование запретило своим танкистам вступать в открытый бой с танками КВ. Несмотря на мощную броню, вооружение и героизм отдельных экипажей, танки КВ не сыграли в летних боях 1941 года существенной роли. Основная часть этих машин вышла из строя по техническим причинам. Из-за неграмотной эксплуатации, отсутствия запасных частей, средств эвакуации и ремонта. Всегда было плохо с запчастями. То есть с запчастями для танков КВ было очень плохо. И значит, большая часть, наверное, 90% танков КВ было, попросту говоря, оставлено немцу из-за неисправности, из-за отсутствия бензина, брошено экипажами. А подбито было совсем немного, потому что на первом этапе немцы могли подбивать КВ, только используя зенитные пушки 88 мм, специальные саперные заряды. Или там в отдельных случаях немецкие легкие гаубицы могли их поражать. Около 50 КВ, брошенных или подбитых, были восстановлены немцами. Они воевали в составе германских моторизованных и танковых дивизий. Несколько КВ-2 было отправлено в Германию для исследований. Тяжелые советские машины охотно использовали бронетанковые войска Финляндии. Несколько танков достались финнам летом и осенью 1941 года во время наступления на Ленинград и Петрозаводск. Эта бронетехника принимала участие в боях против Красной Армии вплоть до окончания боевых действий на Советско-финском фронте. Трофейные советские танки КВ-1 служили в составе бронетанковых войск армии Финляндии до 1954 года. Сегодня экспонатами музея бронетанковой техники в городе Парола являются две боевые машины этого типа. К началу 1942 года за счет толстой брони КВ все еще доминировал на полях сражений. Немецкие противотанковые средства были слишком слабы. Это позволяло советским танкистам проводить эффектные и эффективные атаки.
Но вместе с добрыми отзывами, которые приходили с фронтов, появлялись и тревожные сигналы. Весной из трофейных документов стало известно, что противник рассматривает подкалиберные снаряды к 50-миллиметровым противотанковым пушкам как новое эффективное средство борьбы с танками КВ. Однако для серьезной модификации танка времени не было. Фронт требовал все больше машин. В этих условиях приходилось принимать половинчатые решения. Например, экранировали лобовую броню, башню, из-за чего танк становился еще более тяжелым, а значит, менее маневренным. Из-за эвакуации Кировского завода в Челябинск и потери многих квалифицированных рабочих, качество сборки танков КВ значительно ухудшилось. Это заметно влияло на показатели надежности машины. Главный конструктор КВ Жозеф Котин объезжал фронтовые танковые части с блокнотом в руках, подробно расспрашивал командиров машин, механиков-водителей и наводчиков. Их советы, просьбы, замечания по конструкции тяжелых танков он записывал и стремился реализовать в новых разработках. Так, на основе опыта боевого применения Ворошиловых рождалась новая машина с улучшенной трансмиссией, с иной конструкцией бортовых фрикционов, с новым, более эффективным вооружением. До 1945 года дожило совсем немного КВ-1, которые использовались в качестве боевых танков.